Доброго всем времени суток! Вы на канале Эмигранчик, с вами я, Василиса. Сегодня мы с вами распаковываем посылочку, и внутри у нас с вами лежит микрокупальник. Знаете, что это такое, да? Это для смелых женщин. И, наверное, мужчинам тоже будет интересно. Так что устраивайтесь поудобнее, берите чашечку чая и вкусняшки, подпишитесь на канал, если этого еще не сделали, а мы начинаем. Ну что, давайте распаковывать нашу посылочку. Пришла она нам из Германии, видите, написано «Export Germany». Заказала ее на веб-сайте Etsy. Здесь у нас с вами лежит купальник, микрокупальник. Ну что, давайте открывать. Здесь больше ничего нет. Ощущение, что что-то есть, но нету ничего. Ну, так, миленько, карточка нам на скидку на следующий раз. Это мы отложим. Это у нас инвойс. А вот наша прелесть. То, что мы с вами заказали. Ну, понятно, купальничек. Стоит из двух частей. Микрокупальник. Давайте смотреть. Ну что, микро для смелых женщин, что сказать. Уж я погорячилась с таким купальничком. Вот видите, что у нас тут есть. Практически ничего. Здесь полосочки. И здесь сплошные полосочки. Видите? Вот все вот так это выглядит. Конечно, нужно это примерить, посмотреть. Эти штучки двигаются, в зависимости от того, что вы хотите. Побольше, пошире, поуже. Ну, наверное, следующий этап – это снять все. Вот так вот мы выглядим. Пишите в комментарии, что думаете вы по этому поводу. Одели бы вы такой купальник? Так что ссылочку я оставлю в описании. Там есть разные цвета. Если вам понравилось, можете заказать. Из Германии. Такой материалец миленький, приятненький. Здесь у нас с вами без всяких дополнительных слоев. Одна тоненькая, такой тоненький материальчик. Я вообще люблю газетку, поэтому выбор пал именно на этот купальник. Читать, конечно, никто не сможет, но вариант газетки прелестный. Так что вот, такой у нас с вами купальник получился из Германии.